Сегодня 86-ю годовщину отмечают воздушно-десантные войска. В Тюмени в честь праздника проводят целый ряд торжеств. В 10 часов у Вечного огня ветераны возложили цветы погибшим и провели митинг. Побывали они и у мемориала в сквере Губкина. Моя коллега Екатерина Кальченко также присутствует на празднике. Катя, доброго дня. Чем примечателен он в этом году? Я вот знаю, в Перми, например, отключают фонтаны. А у нас так сделают или нет? Здравствуй, Лена. Сегодня мы сейчас вот именно находимся в самом знаковом для десантников месте, в сквере ВДВ, и как раз за спиной сейчас проходит праздник. Но это не последнее место, где они сегодня побывают. Впереди их ждет концерт. Кстати, служба заказчика Восточного округа подтвердила, что отключения фонтанов не будет. Праздник обещает пройти спокойно, но торжественно. Отмечу, что в Тюмени около 6 тысяч человек, которые проходили службу в войсках. На празднике сегодня присутствуют ветераны, здесь же их семьи. Пришли и горожане, начали торжество с построения. Сегодня здесь поют песни, также для собравшихся выступает группа «Десантура». Ну а рядом со мной находится ветеран воздушно-десантных войск. Григорий Григорьевич, расскажите, вот часто вспоминаете сослуживцев и вообще, что вот больше всего залегло в душу? Будем так говорить, что в воздушно-десантных войсках я прослужил всю свою сознательную молодую жизнь. Закончил военное училище, сразу туда попал. И, конечно, служба в воздушно-десантных войсках наложила на всю мою жизнь хороший такой серьезный отпечаток. Я не только вспоминаю, я постоянно думаю о своей службе. Мы проводим мероприятия, связанные вот с патриотикой. И в том числе День воздушно-десантных войск, который как раз показывает, насколько мы близки духом, насколько мы сильны. Ну и так, чтобы все-таки эта элита вооруженных сил лично подчиняется верховному главнокомандующему, нашему президенту. Поэтому мы гордимся, я в том числе службы ВДВ. Спасибо. Ну, а я отмечу, что сразу отсюда десантники отправятся в ДК «Торфяник». Там также их ждут поздравления. Ну, а подробности я расскажу в следующих выпусках. Лена. Спасибо, Катя. Напомню, что сегодня празднуют годовщину десантники. Их уже поздравил глава региона. Торжество проходит в сквере ВДВ. Впереди еще праздничная программа. Ну и присоединюсь к Катерине, скажу, что все подробности сегодня в выпуске ТСН 18 часов.